Осенний общегородской субботник продолжается. На этот раз на улице города вышли сотрудники администрации и депутаты городской думы. Традиционно они убирают территорию за больничным городком. По словам участников субботника, в этом году мусора стало меньше. Что хотелось бы сказать, нужно просто убираться там, где ты насорил, да, а есть такая поговорка: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому хотелось бы, начав с себя, да, и порекомендовать гражданам просто поменьше мусорить. Мы живем в городе, в таком замечательном, чистом, зеленом. И хотелось бы, чтобы наши дети, наслаждались чистотой, да. Субботник – часть мероприятий месячника санитарной очистки и благоустройства города, в рамках которого запланирован целый ряд экологических акций. Уборка мусора, посадка деревьев и кустарников, расчистка лесных просек, очистка берегов водоемов. От себя лично и от депутатов городской думы поблагодарить жителей, которые активно участвуют в уборке территории города. Большое им спасибо. Также на уборку города выйдут сотрудники ядерного центра, муниципальных предприятий и учреждений, образовательных организаций, силовых структур, общественных объединений. Если среди горожан есть инициативные группы, которые желают организовать уборку того или иного участка, департамент городского хозяйства традиционно готов оказать поддержку и предоставить мешки, перчатки, а также обеспечить вывоз мусора. Более подробной информации по телефону 977-87. Ирина Вышкородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.